Жительница США по имени Кортни Баулос обнаружила эту печальную картину недалеко от своего дома. Здешние предыдущие жильцы съехали и, к сожалению, оставили молодого щенка привязанным к столбу. Когда женщина приблизилась к малышке, то ужаснулась. Собачка была исхудавшей, голодной, покрытой собственными фекалиями и мусором. Она была настолько голодна, что изрыла весь мусорный пакет, который лежал рядом. Бывшие хозяева привязали ее к столбу и не оставили ей ни еды, ни воды. Когда Кортни попыталась погладить собачку, та тут же завиляла хвостиком и позволила себя поласкать, она как будто знала, что женщине можно доверять. Кортни взяла малышку на руки и отнесла к себе. Она искупала собачку, накормила, и та была ей безмерно благодарна. Через пару недель в доме Кортни, собачка, получившая кличку Бонни, стала гораздо увереннее в себе и активнее. Она набрала вес, активно подрастала, и даже подружилась с домашней собакой женщины, Милли. Семья Кортни так привязалась к Бонни, и они решили оставить ее у себя навсегда. Так у этой красавицы появился любящий дом. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.